12 апреля в полицию по факту кражи обратилась 34-летняя жительница Волжского района. Женщина сообщила, что утром этого же дня неизвестные путем свободного доступа проникли в ее квартиру на улице Мичурина, откуда тайно похитили денежные средства в сумме 58 тысяч рублей. Аналогичные заявления по фактам краж поступили еще от двух жителей района. Среди похищенного из квартиры оказались две пары часов стоимостью 40 и 45 тысяч рублей, мужская сумка стоимостью 116 тысяч рублей, банковские карты. По всем указанным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сотрудниками уголовного розыска в отдел полиции доставлен 25-летний житель Октябрьского района. Ранее неоднократно привлекаемый к уголовной ответственности мужчина пояснил, что похищенное имущество продал, а деньги потратил на личные нужды. В отношении него избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города Саратова. Тем временем установлено, что все указанные факты хищения были совершены путем свободного доступа, то есть заявители забывали запирать за собой двери в квартирах, неосмотрительно оставляя открытой входную дверь, и находясь при этом дома, хозяева дали возможность злоумышленнику совершить хищение. Помните, дома вы или за пределами своей квартиры, дверь всегда должна быть закрытой на замок.